чуть-чуть вверх, вниз, выправляй. Налево, налево, вверх, вверх, вверх. О! Влево, влево и вверх. Вправо, вверх. Я не разобрался немного. Потренируйся еще. Почему? Вот потому. Ну, я хотя бы летаю, Кирилл. Ну, тоже на это время ушло. У тебя должно быстрее все получиться. Мочи его! Морковка! Да, Миша? Если страшно, говори. Ты же знаешь, как залазить? Не знаю. Вот. Держаться за веревку. Не, не за веревку. Подожди, давай вот эту вот так надо сделаем, да? Или вообще уберем? Стой, сейчас. Сейчас, объясни. Полез. Так, вот. Вот за эту, вот за эту. Нет, нет, за эту. Давай, хватайся. Во, все, ты за веревку не держишь. Молодец. Давай, молодец. Если что, не бойся тебя, Петта. Ты подвиснешь просто. Ниже. Застрял. Да не застрял. Нормально. Так. Вот для этого Кириллка и отжимается. Откинься. Назад. Понимаешь как? Да. Назад. Просто назад. Назад откинься. На веревку сядь. Просто вот на веревку сядь. Вот. А вот одной рукой смотри. Одну руку вот так выстави. Одну руку вот так выстави. Мальчик. Вот так вот сделай. О, наверху. Видел? Упрись второй ногой тоже. Второй ногой упрись. Нет, нет, за другую вот, вот сюда. Эть. О. А вы сколько занимаетесь уже? Я не знаю. Ну мы вот недавно пришли-то. Сейчас вот веревки навесили. Нет, нет, я имею в виду, что сколько ты лет занимаешься, например? Я уже второй год, наверное, ну, получается. Да. Я нерегулярно, я так, не возможности. Ну ясно. Ну вот мне что-то не дал. Подтягиваешься сколько раз? Ни разу. Ни разу? Я тоже нет, поэтому я даже и не залезу. Я тоже. Ну что, ты не хочешь уже все? Позвоните кто-нибудь в поле. Ты его номер знаешь? Да. Я не смогу, у меня телефона нет. Ну, погладь. Ну, погладь уже еще. Это он хозяин, нет. Просто разговаривает, видишь, с ним. Ему скучно. Посмотри, он как глаза смотрит. Нет, да. Все, хватит. Фу. Хватит. Лапу дает? Все дает. Все дает? Да. Дай лапу, дай лапу. Молодец, умница, умница. Хорош. Фу. Дай лапу. Нет. Он у вас людей ищет? Да, людей ищет. В горах, везде. При землетрясениях работает. Куда-то ездили с ним? Это молодой у меня еще пес со старым. Сколько ему? Ему 2 года. Лапу давай. Нет. Это, лапу. Попроси лапку. Лапу давай. Джексон, дай лапку. Дай вторую. Может, котенок лапу дает, да? Дай 5 и все. Это вообще какой-то автобус. Ну да, людей возить. Ну иди. Залезь куда-нибудь в пожарку. Давай. Ну давай, давай. Так, держись. Достаешь хоть? Не-а. Все. Ну давай, развернись.
Вот сейчас так же по канату пойдешь. Ладно, но там мне понадобится чуть больше поддержки. А без рук попробуй пройти. Да. Иди, иди. Во, тебе и канат-то не нужен. Ну, по бревню, да. Угу, ну все, спрыгивай. Я не буду висеть, я буду... Нормально. Представь, что ты через речку бурную идешь. Глубокую. Тогда я точно не свалюсь. Тогда точно не свалишься, да. Не люблю я прыгать в речку. Да. Все, я там вышка. Все? Вот мы сходили вон в там, вот в столярную мастерскую. И вот. Отпилили нам, доску нам кедровую. Да. Причем специально нам отпилили. Специально, да. Была длинная, и вот да. Специально отдали. И сказали принести потом изделие, показать, что получится, да? Ой, ё-моё, у меня ушёл. Ничего страшного. Мужчины даже обрадовались, да, мастера? Что мальчик что-то хочет, хочет своими руками делать. Вот, снимаю лошадку. Катают ребятишек. Что, пойдем дальше? На тебе досочку. Кто это? Каменная баба, правда деревянная. Правда деревянная, да. А вот каменные есть на горах. Да, настоящие, да? Да. Каменные изваяния. Это их много. Какие-то древние цивилизации построили. И говорят, если найдешь такую статую, то это удача. Ну вот, классно. А ты такую с дерева сделаешь? Ну, для этого сначала мне надо научиться резать. Ну все, пойдем учиться.